Чуть больше одной недели остается у предпринимателей Ненецкого округа на то, чтобы заявиться на внеочередной конкурс грантов и субсидий. Напомню, прием заявок завершится 17 июня. Как мы уже сообщали ранее, грант предоставляется начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить субсидию на модернизацию оборудования. Чтобы получить грант на развитие своего дела, начинающему предпринимателю необходимо подготовить бизнес-проект и подать заявку на конкурс. Доработать проект поможет группа экспертов. С каждым проектом будут отработаны все слабые места, и этот бизнес-проект должен быть доведен до, так сказать, окончательной бизнес-идеи, которая должна быть, так сказать, соответствовать всем требованиям. После этого будет проведена комиссия, вот, и на эту комиссию будет представлен, кроме доработанного бизнес-проекта, еще те моменты, на которые эксперты хотели бы обратить внимание. Одно из условий конкурса – наличие бизнесмена собственных средств в размере 15% от размера получаемого гранта. Сумма предоставляется в размере 500 тысяч рублей для индивидуального предпринимателя или 1 миллион для общества с ограниченной ответственностью, где 2 и более учредителей. Параллельно с конкурсом грантов идет прием заявок на предоставление субсидий на модернизацию оборудования. Есть единственное, что отличие от конкурса грантов, о котором мы до этого говорили, то, что нет ограничения с момента регистрации. Если там менее года должно быть, то тут может быть более. Здесь возмещаются уже понесенные затраты. А в конкурсе грантов на стартап это будущие затраты. Максимальный размер субсидий составляет 1 миллион рублей. Заявки на конкурс для получения финансовой поддержки принимаются в Департаменте финансов и экономики НАО до 17 июня. Справки по необходимым документам, порядке рассмотрения заявок, целевом использовании грантовых средств и другим вопросам можно получить в Центре развития бизнеса НАО или по телефону 2-30-15. Илья Сахаров, Ирина Никешина, Антон Водряков и Вадим Стасюк, телеканал «Север».